Друзья, еще один боец из Казахстана покоряет Америку. Боец из Казахстана Кайрат Ахметов одержал очередную победу в Денвере в Америке на турнире от Promotion One Championship. Это сингапурская организация, которая проводит бои по смешанным боевым искусствам. На ее сайте говорится, что это крупнейший промоушен в мире. А Кайрат Ахметов – это казахстанский боец смешанных единоборств, который в настоящее время борется в наилегчайшем весе и является бывшим чемпионом One. Он занимает второе место в рейтинге и своей победой заслужил бой за титул против чемпиона, легендарного Деметриуса Джонсона. В общем, Кайрат Ахметов – это один из лучших бойцов в своем весе в мире и своей победой в очередной раз он это доказал. Будем обязательно следить за его карьерой и пожелаем ему удачи. Алга, Кайрат!